Профсоюзный актив Мозырского нефтеперерабатывающего завода принял участие в семинаре-тренинге под руководством известного тренера-психолога Виктории Шарец. В центре внимания технологии ведения переговоров, то, с чем участники нынешнего образовательного курса сталкиваются ежедневно и в рабочем процессе, и в повседневной жизни. Впрочем, в переговорах разной степени активности участвует каждый день любой человек. Сегодня тренинг у нас проходит по теме технологии переговорного процесса. Я думаю, что никто не начнет обсуждать тот факт, что переговорами мы занимаемся ежедневно, как в профессиональной деятельности, так и в быту. Но вместе с тем сегодня здесь собрались наши профактивисты, и задача профсоюзной организации, конечно же, дать определенные знания для них, для того, чтобы они могли эффективно вести переговоры, разговаривая с нашими заводчанами, мотивируя их становиться в том числе членами профсоюза. Сегодня в качестве тренера у нас выступает человек крайне профессиональный, с которым мы уже не первый раз сотрудничаем, поэтому уверена, что результат будет положительный. Уютная атмосфера городского антикафе располагает к продуктивному обучению. Такой семинар для профсоюзных лидеров – не классическое скучное мероприятие, которое состоит из цикла долгих лекций, а живое общение между коллегами в форме увлекательных диалогов и специальных игр. Основная задача тренинга – формирование практических навыков по заданной теме. Демонстрировать умение вести переговоры заводчане будут уже на рабочих местах – в стенах нефтеперерабатывающего завода.